Память Вадим Бураве, да. Эту песню тяжело петь, потому что, я же говорю, вот эти... Если имеется в виду опять идти на задание, память Вадим Бураве, то это вот я писал на боевых листках использованных. Новогоднюю ночь в эскадрилье, где служил Вадим. Погиб, кстати, вместе с ним и Виталька Балабанов, командир эскадрильи майор. Вот тогда еще никто не хотел умирать, поэтому такая песня. Как бы не хотел, но получилось. Вот опять летим мы на задание, режет небо кромки лопастей, а внизу земля в Афганистане разлеглась в квадратиках полей. А внизу земля Афганистания разлеглась в квадратиках полей. Но не верь, спокойствие ты вечное, вот уже к тебе под облака тянутся прерывистые встречные огненные трассы ДШК. Тянутся прерывистые встречные огненные трассы ДШК. И кому судьба какая выпадет, предсказать заранее не берись. Нам не всем ракетой алой высветят право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракетой алой высветят право на посадку и на жизнь. И к чему гадания и пророчества, и о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, режет небо кромки лопастей. И опять страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей. И опять страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей. Я думал, что будет. Вашу историю, она тоже длинная. О том, как мы побратались с Вадимом. Мы ошиблись в расчетах, их было 500, а не 200, как нам сообщали. В кишлаке Фаргамудж весь второй батальон пулеметы метухи зажали. Отсекли БТРы огнем РПГ, два из них подорвались на минах. Залегли наши роты, припали к земле, и осколки плясали на спинах. Слева справа здесь 100, черт их всех разберет. Уже нету такой заварухи. Из мечети вдоль улицы бьет пулемет, и визжат озверевшие духи. Время 20:00, надо что-то решать. Скоро с ночь наши шансы урежут. Без колес и брони нам кольцо не прорвать, а они нас уже не поддержат. Страха не было, только безумная злость и расчет на везение любое. Я потом же думал, а если пришлось затыкать пулемет тот с собою? Да, наверное, я смог, ошалев от тоски, если смерть так уж лучше с почетом. Только вдруг до ушей полетел от реки так знакомый напев вертолета. А мы ведь знали, вертушки на базу ушли за высокие горные гряды. По какому приказу вернулись они, да еще перед самым закатом. Дальше все как по нотам, сорвался эфир баритоном охрипшим комбата. И взметнулся разборотый Нурсами мир, и в атаку поднялись ребята. Было время, и был ослепительный час, все написано в справках и сводках. И старлей вертолетчик, что вытащил нас, оказался моим одногодком. Да еще москвичев, ох, кругла же земля, обратаемся, что ли, ей-богу. Два осколка засело в руке у меня, а его угораздило в ногу. Мы по капельке спирта, по капельке крови смешали в стакан и добавили спирта с водою.
А начальник разведки, седой капитан, был при этом при всем тамадою. Это диким покажется вам издали, мол, с ума что ли там посходили. А мы традиции сами слагали свои, жаль, что нынче они позабыли. И мы потом не один еще прожили бой, все мы жили боями в Афгане. Я в апреле в Россию вернулся живой, он сгорел в сентябре под Оршами. На гранитной плите между цифр тире и слова, выполняя задания, я сюда каждый год прихожу в сентябре, побратимам моим на свидание. Вот так теперь и живу, не боясь ничего, может быть за себя, может быть за него, может быть за себя, может быть за него. Я тоже, Вадим, брат. Прошу, служу.